Через дорогу от местного кладбища на вагонке расположилось стихийное захоронение домашних животных. Здесь люди хоронят своих четвероногих любимцев. Смириться с потерей близкого друга для многих непросто. Некоторые хозяева, похоронив своих питомцев, оборудуют места погребения наподобие могил людей. Здесь и фотографии с датами рождения и смерти, искусственные цветы и даже любимые игрушки усопших кошек и собак. И таких могил несколько десятков. Однако массовое захоронение является нарушением ветеринарно-санитарных правил. Трупы животных являются биологическими отходами. А с января 1996 года на территории Российской Федерации действуют ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, в соответствии с которыми захоронение биологических отходов в землю категорически запрещено. Ветеринары сообщают, что останки животного по законодательству необходимо утилизировать таким образом, чтобы предотвратить возможное распространение страшных заболеваний – бешенства, сибирской язвы, столбняка, ботулизма и так далее. Если у человека погибло животное, нужно обратиться в ветеринарную службу, к ветеринарному специалисту, который по результатам осмотра уже определит, опасно это труп животного для окружающей среды или нет, и определит условия его утилизации. По сообщениям СМИ о массовом захоронении домашних животных в районе вагонки, природоохранная прокуратура намерена провести проверку. Принято решение вновь провести проверку силами прокуратуры. Основная цель которой – установить, достаточные ли меры принимаются органом местного самоуправления для предотвращения совершения нарушений санитарного законодательства. В прокуратуре отмечают, что стихийное кладбище расположено вблизи жилой зоны и подчеркивают, что это является очевидной опасностью. 3 года назад на этом же участке подобное кладбище уже было ликвидировано.